Всем-всем привет! С вами снова Татьяна. Девочки, в этом видео решила я вам показать еще одну часть моей пряжи, которая у меня есть в наличии. Сегодня я покажу, что у меня лежит в одном комодике. И останется потом еще одна часть, что во втором комодике хранится. И на подходе нас ждет еще посылочка на обзор. Едет с новинками пряжи. Ну что, девчата, кому нравятся такие видео, я приглашаю, оставайтесь со мной. Посмотрим, полюбуемся на наши моточки любимые. Кому не нравится, девочки, закрываем это видео и проходим мимо. Кому понравится, ставьте лайки, пишите комментарии, оставляйте свои мнения о пряже, кто что из какой вязал, как она у вас, понравилась вам, не понравилась. А я буду говорить свое мнение о той пряже, которая у меня есть и которая мне очень, допустим, понравилась или которую я еще не знаю. Итак, начнем, девчонки. Вот, я повытаскивала все свои, у меня вся пряжа в упаковках. Буду показывать по одному моточку, чтобы стол не загромождать. Ну и буду говорить, сколько ее у меня, девочки, в наличии. И нравится мне эта пряжа или не нравится. Хорошо? Итак, поехали. Первая пряжа, девчата, вот такая кроха. Это детская серия. Сейчас я увеличу, наверное. Цвет просто обалденный. Видите, такой розовый, нежно-нежно розовый. Светлая азалия называется. Вот здесь, девочки, смотрите, лот. Вот он. А цвет, наверное, вот 19-25, я думаю, вот этот вот. Очень мягкая, 135 метров в 50 граммах. Здесь 20% шерсть и 80% акрил. Девчат, пряжа шикарная. Мне нравится. В упаковке она идет 10 моточков. 10. Вот, смотрите, здесь что, утюжок. 30 градусов стирка. Так. А вот я не вижу, чтобы... Ну, тут двоечка вот. Двоечка. Но не написано, девочки, какой крючок или спицы надо. Но ниточка, вот она, девочки. Видите? Можно тройкой вязать, я думаю, даже и 3,5 вполне. И мне кажется, она и под крючок подойдет. Вот эта вот кроха. А, ну я же вязала, девочки, я же вязала, только я покупала кроху в фикс-прайсе. Вот, я уже в обзорах показывала. Мне эта пряжа очень нравится. Она мягкая. Стирала я ее, кстати, в машинке, девчата. Ничего с ней не делается. Итак, у меня их 10... моточка. Это пряжа для моей внучки Кристины. Ее цвет такой девчачий. Вот он сейчас передает прям вот то, что есть на самом деле, девочки. Следующая пряжа. Следующая пряжа, девчата, Ализе Лана Голд Плюс. Классик. Смотрите, какая красота. Горчичный цвет. Вот такая ниточка. Толстенькая. В 100 граммах 140 метров. Так. Колор 645. 49 шерсть и 51% это у нас акрил. Спицы, девочки, 5-7. Утюжок и ручная стирка написано. Ну, хотя я всю пряжу, все изделия стираю в машинке.
В машинке стираю, не боюсь, девчата, я стираю 30 градусов, у меня и 800 оборотов машинка на получасовой стирке, на быстрой. Ничего с изделиями не делается. Ализе вообще хорошая пряжа. Очень мягкая, девочки, очень мягкая. Колкости нет вообще. Хотя здесь же шерсть. Но это я выбирала упаковку. У меня их для себя. Цвет вообще горчичку я просто обожаю. Следующая, девочки, вот эта пряжа моя любовь. Ангора. Я вязала, кто со мной давно, ну, не так давно я вязала себе кардиган вот с этой пряжи. Связался прям, вот знаете, из-под спиц вылетал. Пряжа мягкая, очень мягкая. Здесь 250 метров в 100 граммах. 35% это мохер, 15% шерсть кроссбред и 50% акрил. Девочки, мягчайшая пряжа. Она вот, когда ее вяжешь, да, она немножечко как бы, ну, вот что-то такое с нее, как сыпется, не пойму. Вначале. Потом все нормально. Ниточка такая пушистенькая. Колкости, вот она, видите, пушок, колкости нет. И когда я связала изделие, девчата, это что-то с чем-то. Просто шикарная пряжа. Я связала один кардиган, у меня он такой светло-светло-светло-бежевый, наверное, цвет. Я там добавляла вторую нить. Ну, кто захочет посмотреть, у меня есть на канале обзор этого кардигана. Я там все подробно говорю, какую нитку добавляла, сколько ушло, какими спицами я вязала. После той работы я заказала еще ангору в 4, по-моему, цветах. Вот этот цвет, ну, это будет или... Может быть, дочери, а может быть, и зятю свяжу. Вот цвет, видите, какой красивенный. Номер цвета я вам не сказала, да? Так. Сейчас. Не хочет. Так, девчат, сейчас, если я увижу. 169. Ангара цвет серый, 169 номер. Вот, фокусироваться не хочет. Здесь 4-5 спицы, 3-5 крючочек, девочки. Единичка утюг и ручная стирка. Это Камтекс пряжа, наша российская, Подольск. Очень достойная пряжа, девчата. Вот эту могу смело вам рекомендовать. Вот пряжа шикарная. Я в нее влюбилась вот бесповоротно. Буду вязать с большим-большим удовольствием, девочки. Вяжется просто на ура. Она, вот знаете, очень приятно вязать. И изделие к телу вообще шикарное. Смотрите. Вот такая красивенная ниточка. Как можно не влюбиться? Цвет благородный такой. Вообще шикарный. Вот. Это тоже упаковочка, девчат. Забыла вам сказать. Следующая пряжа, девчата, вот такая. Пехорка. Монгольский верблюд. Ой, я об этой пряже мечтала. Вот... Мне все время хотелось ее пощупать, попробовать. Здесь 412 номер. Он называется верблюжий, девочки. Мягкая довольно-таки пряжа. Вот мягкая. 300 метров в 100 граммах. Метраж отличный. Вот такая вот... Сейчас, мои хорошие. Вот такая вот ниточка. Ну вот, вот, вот она. Что-то с моим фокусом он не хочет фокусироваться никак. Ручная как бы стирка, пишут.
Единичка, Глашка. Так. Вот смотрите, там увидите. Я не знаю, я не вижу. Какой же тут спицы какие. 3-3,5, девочки. Так мелко написано, что и в очках не увидишь. 3-3,5. Я вязала образец. Это для моего любимого зятя. Буду вязать ему свитер. В изделии очень мягкое. И мне писали девчата, что она очень теплая. Видите, петельки ложатся ровно. Вот я сразу загорелась, связала, резинку держит. Вот здесь вот и платочка, видите, я вязала, и косичку вывязывала. Похолодает, и будем к зиме вязать свитер, девчата. Вот она нитка. Она нитка такая, скрутка хорошая. Ну, вообще приятно, моточек такой большой, прям вот мягкая, очень мягкая. Вот ее в упаковке 10 мотков. 10. Я думаю, знаете, здесь не один свитер выйдет. Здесь можно связать и свитер, и безрукавку. Будет греться тепло, я думаю, конечно. А вот состав. Так, а где же здесь состав у нас, девочки? А вот состав. 50% верблюжья шерсть и 50% акрил. Но она теплая. Но мягкая, девочки, вот мягкая. На вид кажется какая-то, знаете, как... Ну, так вот, когда смотришь на сайтах, думаешь, ну, какая-то деревянная она. Ничего подобного. Ниточка очень мягкая. А в изделии вообще мягчайшая. Мягчайшая. Поэтому будем вязать. Это будет однозначно... Первое изделие из него будет свитер для Кости. В упаковочке 10 моточков. Метраж шикарный. Девочки, следующие моточки. Посмотрите, какие красивенные. Просто красивые. Вот этот вообще, вот знаете, называется «Не пройдешь мимо». Давайте посмотрим поближе. Ализе Суперлана Классик. 25% шерсть. Значит, 75 будет, наверное, у нас акрил. Ну да, 75 акрил. Смотрите, вот значки. 3-4 это у нас крючочек. И 3-4 это у нас с вами спицы. Стирка ручная. И утюжок единичка. Девочки, 280 метров в 100 граммах. Ну, я, конечно, мимо такой расцветки не могла просто устоять. Вы посмотрите, какая красота. Вот, вот вдали, вот так. Вот смотрите, как красиво. Это однозначно, вот, ну, для зятя. Расцветка такая просто шикарная. Метраж отличный. И нитка сама, смотрите, девочки. Видите? Красивенная. Мне хочется уже, чтобы наступила прохлада, и хочется уже вот такими нитками повязать. Колор, девочки, смотрите, 905. Вот, и лот такой-то. Вот здесь видите рисунок, безрукавка. Вообще шикарная пряжа, просто вот шикарнючая. Ну, я думаю, тут и четверкой можно вязать. 3-4. Вот четверка моя любимая спица. Тройка я вот недавно только начала, девочки, вязать. В основном 3,5 тоже изредка. Но четверка, пятерка мои любимые спицы, как бы. Ну и тройкой понравилось вязать. Цвет просто, вот просто обалденный. У меня такой вот пряжи упаковочка. И вот такая, девчата, гляньте, какой благородный цвет. Суперлана Зингер.
Здесь тоже 25 шерсть, значит 75 акрил. 100 грамм 280. Метраж одинаковый, девочки. Ну и состав. Только что название. Здесь, значит, Суперлана Классик. А здесь вон Зингер какой-то. 280 метров. Колор у нас 182. Вот такие значочки. Ручная стирка, утюжок, единичка. 3-4 крючочек. Спицы 3-4. Вот здесь вот, видите, кардиган связанный. Пряжа очень приятная. Вот на ощупь вообще, девочки, колкости абсолютно нет. Вот абсолютно. Ну, я посмотрю. Это однозначно будут плечевые изделия. И то, и то. У меня по упаковке. Вот я заказываю по упаковке, да? А смотря какой рисунок может занять на плечевое изделие и 6 мотков. Ну, если вдруг уже буду так вот, почему заказываю по упаковке, девчата? Чтобы смело брать и вязать уже изделие на взрослого человека и не переживать, допустим, что хватит, не хватит. А если уже... ну, в каком-то не хватит, и, допустим, я не смогу докупить, да, один моток я могу купить. У нас пряжа очень дорогая, но на один моток, допустим, мне не жалко будет потратиться 300, там, 350 рублей и докупить до завершения, допустим, там, кардигана, да. А так, вот так, покупаю я в основном, да не в основном, а последние... Вот этот год и прошлый год я покупаю оптом пряжу, и этим выгодно, и очень-очень довольна. Вот их в упаковочке по 5 моточков. Вот. Следующие, девочки, моточки. Вот это моя любовь, пряжа. Ализе Буркум Классик. Я вязала для Кристиночки свитерок. Девочки, вяжется. Вот, знаете, ручки вязали бы ее и вязали бы вот эту пряжу. Настолько она приятная, настолько она шикарная. Вот такая вот ниточка. Она есть однотонная, есть разноцветная. Я вязала Кристине цветной ниткой. 100 грамм 210 метров. 100% акрил. Но акрил, я вам скажу, просто вот, просто замечательный. Очень мягкий, очень теплый. Девчата, тут даже вот, вот на ощупь и по ощущениям, ну не скажешь, что это акрил. Акрил шикарный, просто шикарный, девчата. Так, сейчас я вам скажу. Здесь Буркум Классик, колор 493, девочки. Так, я сказала, что это 100% акрил. 210 метров. Вот, 4-6 спицы рекомендуют. Крючка здесь вообще нет. Но она толстенькая пряжа. Стирала, девчат, тоже в машинке. Ребенок носит, не закатывается, не скрипит ничего. Абсолютно, абсолютно. Вот эта пряжа попала в любимчики. Мне присылала Ниночка с Германии. Красивенная. Просто красивенная. Нету слов. Пряжа. И вот по всем ощущениям с нее вязала, вязала и хочется вязать. Но она быстро заканчивается. Вот когда начинаешь вязать изделие, оно просто вот вылетает с рук. Настолько она приятна, девчата. Цвет такой. Это я брала для тоже зятя. А может быть, что-то буду вязать
какой-нибудь костюмчик для Кристины. Можно связать, знаете, девочки, спортивный костюм, кофту или свитерок и брючки. Вот цвет такой нормально. Гулять ребенку вполне. Будет и теплая, и не маркая. Какие-нибудь вставочки вставить, да, будет красивенно. Вот такая, девчат, еще у меня пряжа. Москов Лама Мухтар называется. Вот такая картинка нарисованная. Видите, лама. Производитель лама. Город Москва. Так, Мухтар серый. Номер 169. Так, ну и смотрим, что здесь у нас. Состав шерсть 45%. Собачья шерсть, девочки, 15%. И 40% акрил. Масса, значит, 100 грамм. И длина нити 300 метров. Метраж шикарный. Ну и нитка хорошая, девчата. Глядите, мои хорошие. Ниточка скручена очень хорошо. Вот просто вот хорошо. Есть небольшой пушочек, смотрите, цвет такой красивенный, девочки, вот такой вот цвет, вот он, прям вот он естественный, смотрите, ну это что-то здесь уже прилипло, уберем, не колкий, абсолютно не колкая, но ощущения разные, девчата, поэтому вот для меня, я же сужу по своим ощущениям. Для меня это пряжа вот совершенно. Я даже вот к лицу ее прикладываю, она совершенно не колкая. Совершенно. Но цвет просто обалденный. И эту пряжу я брала для моего зятя. Он работает на улице летом. Ну, это будет, наверное, свитер. А может быть, безрукавка. Ну, посмотрим, что он захочет, то и свяжем. Но цвет красивенный, девочки. Вот такую я вам рекомендую. Тут собачья шерсть, это будет теплая вещь. Теплая. Можно с чем-то смешать. Как говорят, поженить еще какую-нибудь ниточку. И будет вообще тогда цены не будет изделию. Теплая будет. Вот. Похолодает, начнем вязать с этой пряжи, девчата. Вот этих моточков в упаковке по 5 штучек. Следующие моточки, девочки, Троицкая комвольная фабрика, Твой теплый мир. Вот такая вот бумажечка у них. Смотрите, мои хорошие, это детская пряжа. Пряжа из Троицка. Это мне присылала Наташа, хозяйка магазина Кальви. Девчат, замечательная пряжа. 20% мериносовая шерсть и 80% акрил. Пряжа для ручного вязания. В 50 граммах 145 метров. Их в упаковочке, девочки, по 5 штучек. Вот такие упаковки, 5 штук в одной упаковке. Пряжа, гляньте, какая красивая. Вот это вот нежно-нежно такой розовый цвет. Цвет само. Так, 0,4. 60, по-моему, 3, да? 0,463. Вот слепая я. Девчата, она такая приятная. Вот приятная в руках. Давайте посмотрим нашу этикетку поближе. Здесь вот приклеют все и все заклеивают. Все данные, как бы 30 градусов стирка. Глажки нету. Вот двоечка стоит. Она немножечко как бы объемная. Спицы, девочки, 3-4, я так понимаю, вот это вот, тройка и четверка.
Вот такая этикетка. Это само, это я брала для Кристины. И белая, вот такая белая, прям вот белая-белая пряжа. Так, сейчас я вам скажу, здесь супер белый, а цвет 0235. Действительно, он прям вот белый-белый-белый. И сама нитка, девочки, вот такая скруточка хорошая, ниточка приятная. Это буду вязать для Кристины. Может быть, платьица или кофточки. Может быть, буду комбинировать белый вот с этим цветом. Вот девчачий, прям вот девчачий-девчачий цвет. Я люблю такие цвета, все яркие, красивые. Вот их по 5 штук. А, метраж здесь 145. Ну, для ребенка достаточно связать, да? Конечно, 725 метров. Вполне. Ну, можно навязать и платье, и сарафаны, и кофты. Все что угодно, девочки. Пряжа классная. Мне нравится. Тактильно, вот тактильно, очень хорошая. Вот эту пряжу для деток прям вот само-само то. По 5 штук у меня их. Той упаковка и той упаковка. Девчат, следующая пряжа для меня новая. Тоже пряжа из Троицка. Называется она Пушинка. Смотрите, какая она пушистенькая. С этой пряжи я еще не вязала. Но тактильно, тактильно, девчата, очень приятная пряжа. Мягкая. Вот знаете, вот руки тонут в ней. Вот тонут. Здесь давайте посмотрим этикеточку. Что у нас здесь? У нас здесь 65 мохер и 35 акрил. Метраж, девчата, просто шикарный. 100 грамм 430 метров. 30 градусов стирка. Гладить нельзя. Спицы 3-3,5. Российская пряжа. Это тоже, по-моему... А, это из Троицка. Да, тоже я... По-моему, брала тоже на обзор. Смотрите, она какая прям пушистенькая, девочки. Вот вам и мохер. Не колкая. Совершенно не колкая. Вот совершенно. Можно, я думаю, в одну нить вязать. Она распушится. И будет довольно-таки теплая-теплая вещь. Я еще не придумала, что с нее связать. Но это будет, наверное, все же плечевое, потому что здесь метраж шикарный, девчата. Может быть, какой-то кардиганчик будет. Или же можно связать такое, как бы, полупальто. Хотя я уже себе и пальто, и куртку связала. Но, девчата, вот знаете... Даже вот есть, мы уже обвязаны, но хочется вязать до бесконечности. Я понимаю, что все можно навязать, столько изделий, но я же не говорю, что я буду их носить, допустим, годами. Ну, поносила. Можно и потом, знаете, если, как говорится, не продать, у меня нет такого стремления, ну, как-то... продать. У нас есть в городе, допустим, дом ветеранов, то есть дом престарелых. Можно потом собрать, когда тебе уже не надо эту вещь, и ты будешь знать, что ты ее уже все поносил, носить больше не будешь, то в любом случае можно отвезти даже туда. И я думаю, там те бабушки, которые там живут, будут рады. И на кого-то все равно подойдет вещь. Правда же? Вот. Ну, и такие мысли уже появляются в голове, потому что вязать хочется до бесконечности. Вот такая этикеточка, девочки. Ну, пряжа мне очень нравится. Мягкая. Самое главное, мягкая. И метраж шикарный, девчата. Поэтому будем вязать.
Я думаю, даже вот шаль можно связать вот с этой пряжи вполне крючком, хотя тут крючка не указано. Но я думаю, ничего страшного. Но она не распустишь потом ее, потому что она пушистая. Ну, видите, она прям вот пушится. Вот. Вот такая вот. Я представляю, как она распушится. Будет классная. Вещь будет хорошая. Ну, давайте будем смотреть следующую пряжу. Я еще не сказала. Их в упаковке, девочки, 5. 5 моточков. В упаковочке идет. Следующие моточки, девчонки, для меня новые как бы пряжа. Ангора Ализе Реал 40 плюс. Просто вот Ализе Реал 40 я вязала. Она мягкая, приятная в вязании. Для меня она не колкая. Для кого-то говорят, что есть покалывание. Поэтому здесь ощущения у всех разные по поводу вот этой пряжи. Она мягчайшая, девчата. Это вот новая вышла. То есть она потолще. Вот такая вот ниточка. Цвет шикарный, девчат. Просто вот шикарный. Я не помню, терракот, по-моему, был название. Вот сейчас вот передает вот ниточка так, какая она есть на самом деле. Вот такой красивенный цвет. Вот ее я выбирала именно из-за цвета. Колор 36. По-моему, терракотовые, девочки. 60% здесь акрил и 40% шерсть. 4-5 спицы и 3-4 крючочек, девочки. Такая вот красота. И я их купила 2 упаковки. То есть у меня их 10 штук. Это однозначно будет какое-то большое изделие. Но цвет вот кирпич, не кирпич, девочки. Вот смотрите. Глядите, какой он красивый. Он просто обалденный. Нельзя пройти мимо. Вот, ну никак нельзя. Вот здесь вот тоже подумать. Можно связать. Можно спортивный костюм вполне связать. Вот вполне, девчата. Будет шикарный костюмчик. Вот шикарный. Представляете? Вот у меня в голове складывается. Вот я говорю, когда долго не трогаешь пряжу, залазишь в свои запасы. И вот начинаешь их щупать, нюхать, трогать. Столько идей появляется новых. Вот столько идей в голове. Хоть бери карандаш и сразу вот надо писать, записывать, чтобы, знаете, не потеряться в своих желаниях. Ну вот сейчас пришла вот мысль, у меня их 20 мотков, девочки, здесь. Сколько у нас? 225 метров на 100 грамм. Видите, я вам и не сказала. Метраж-то неплохой. Турецкая пряжа. Ну, Ализе. Классная. Вот точно пришла идея. Связать спортивный костюм. Это вообще шикарная была бы вещь. Понимаете? Да. Можно брюками, можно не брюками, а манжеты на низу у штанишек. И как бы вот кофточка пола. Я еще не вязала. Надо пробовать, у нас все впереди. Поэтому, девочки, да, вот эта мысль хорошая меня посетила. У меня их 20, ой, 20, 10 моточков. Я думаю, на костюмчик вполне хватит. Можно даже еще какой-то цвет добавить, там сделать что-то, скомбинировать. Надо подумать и записать эту мысль. Ну вот, мои хорошие, следующая пряжа. Вот такая пряжа, девочки. Ализе Суперлана Классик. У нас, значит, что здесь? 100 грамм 280 метров. Я вязала из такой пряжи Верен
платье. Помните, платье я связала? Так мы его не выгулили ни разу, оно новенькое. Так и лежит, ни разу не одеванное. То было как бы, закрыли нас на карантин, то лето наступило, сильная жара, что мы не оденем. Теперь мы ждем осень, когда же мы его выгуляем. Здесь, девчата, 25 шерсть. И значит, 75 у нас акрил. Спицы 3-4 и 3-4 крючок. Стирка как бы ручная. Глажка единичка, девочки. 280 метров. В 100 граммах. Вот верана, она немножечко там цвет отличался, немножко. Здесь цвет у меня, номер, колор, сейчас найдем. Так, вот. Колор 403. Девочки, у меня, вы не поверите, у меня их 3 упаковки. Почему 3? Это что-то я заказывала, хотела себе платье. Но я свяжу, мне понравилось. Хотя я не носила раньше, но давно очень не носила платье, с 90-х годов, считайте. Но вот связав домашнее свое платье, у нас, правда, жарко, но осенью, весной я буду его с удовольствием одевать. И вот это вот будет однозначно тоже платье. Вот. Красивая такая вот цвет, вот красивенный, девочки. 3 у меня упаковки. Ну, выйдет там платье и, может быть, еще что-то выйдет. В общем, у нас в семье одни девочки, и эта пряжа у нас не залежится, я так думаю. Вот это новая для меня пряжа. Смотрите, моточек этот и моточек этот. Видите, какое отличие, да? Этот кажется такой пухлый, а этот чуть меньше. Здесь 100 грамм 390 метров. А, ну правильно, тут побольше, на 110 метров. 390 метров. Колор, девочки, 426. Здесь 49 шерсти. И 51, значит, акрил. Ручная стирка, единичка, утюжок. 2-4 у нас крючочек. И 2,5 до 4 у нас идет спицы. 426 колор. Цвет, девчата, просто вот он, девочки, вот. Вот сейчас то, что есть в жизни. Вот сейчас я вам прямо его показываю. Я не знаю, как у вас там будет видно. Вот у меня в телефоне прям вот сейчас вот показывает тот оттенок. Очень красивый. Очень красивый. Вот это вот я брала только из одного цвета, девочки. Цвет просто вот вообще шикарный. Благородный такой вот цвет. Красивучий. Этой у меня 3 упаковки, а этой пряжи... Так, сейчас, девчата, глянем. 1 упаковка. 1. Ну, здесь метраж. Метраж очень выручает. 390 метров. Это вяжи, не хочу. Можно и платье вязать смело. Ой, а название вам, главное, не сказала. Ализе Лана Голд Файн. Девчат, я не знаю, как вот отзывы хорошие. Вот тактильно. Очень мягкая пряжа. Очень хорошая. Не знаю, девчата. Может быть, у меня руки такие. Я не знаю. Мне вообще, я люблю всю пряжу. Я просто обожаю эти моточки. Вот просто. Вот знаете... Ой, недавно вот приболела, но вот надо было мне сразу залезть в мои запасы, потрогать, пощупать. Я бы быстро одним днем выздоровела. Это точно. Вот то, что нам приносит положительные эмоции.
счастье, оно дает нам, девочки, и здоровье, положительные эмоции, положительные все вот эти ощущения, они дают толчок, если, не дай бог, мы приболели, вот именно к выздоровлению. Поэтому балуйте себя, девчата. Я знаю, меня смотрят те, в основном, кто вяжет. Именно ролики, где о пряже, я имею в виду. Потому что смотрят на меня и кто вяжет, и кто не вяжет. Вот. За это вам всем огромное-огромное спасибо. Вот. Давайте смотреть следующую пряжу. Девочки, а следующие моточки. Гляньте, какая красота. Просто нереальная. Реал 40+. Гляньте, какой цвет. Девчата, ну одно умиление. Посмотрите. Нитка просто от красоты вот зашкаливает. Настолько она красивая. Вот это будет, наверное, или для Веры, или для Кристины. Что-то тут торчит. А, ну все, она вытащилась. И ничего не торчит. Вот такая вот ниточка. Пушинка какая-то попала. Вот она. Вот, девочки. Она пушистенькая, видите? Но мягкая. Мягкая. Обожаю вот такую пряжу. Она мягкая, приятная. Метраж, девчата, в 100 граммах 225 метров. Колор 221. Это реал 40+ у нас. Так, 60% акрил и 40 шерсть, девочки. Мои любимые спицы вязать 4-5 и крючочек 3-4. Утюжок единичка и ручная стирка стоит. Но цвет просто, вот просто шикарнейший. Но это вот хочется, знаешь, молоденьким вот деткам вязать, девчата, вот детям вообще, на мальчика и на девочку цвет подходит. Очень хорошая нитка. У меня их упаковка вот такой расцветки. Вот. И вот тоже Alize Lana Gold Fine. Вот я сейчас вам показывала. У меня такая зеленоватая была. А это, девчата, ну вот я не скажу, вот какой это вот, то ли фуксия, то ли это баклажановый какой-то цвет. Ну, цвет обалденный. И этот цвет я смотрела, по-моему, для Веры. 100 грамм 390 метров. Колор я вам сейчас скажу. Колор 307. 51 акрил, 49 шерсть. Ну, то же самое здесь. 2-4 спица. О, это крючок. И 2,5-4 это спицы. Но цвет просто красивенный. Здесь эту вот пряжу я взяла только ради цвета. Вот цвет не могла пройти, девочки, мимо. Невозможно мимо такой вот красоты. Вот сейчас вот, девчата, вот прям вот тот вот цвет, который на самом деле. Посмотрите, девочки. Мне кажется, Вере пойдет. Она сама у меня светлолицая. И пряжа, вот цвет будет шикарно. Просто шикарно. Можно платье связать. А можно связать кардиганчик. Вот. Вот таких в упаковочке их по 5 моточков, девочки. Следующие моточки, девчата. Вот такая красота. Alize Lana Gold Plus. Ниточка довольно-таки толстенькая, смотрите. Здесь 140 метров на 100 грамм. Так, колор 373.
это турецкая тоже пряжа. Ну, вот здесь, смотрите, девочки, здесь спицы от пятерки до семерки. Представляете? 49 шерсть, 51 акрил. Но ниточка толстенькая. Ну, скручена она хорошо. Скрутка хорошая у нее. Но она такая толстенная. Что с этой толстой нитки можно связать? Вот у меня ее упаковка. 5 штук. Не придумала, что с нее связать. Вот здесь вот нарисован, видите, кардиганчик. Что-то надо придумать, девочки. Цвет. Цвет просто бомбический. Вот цвет, вот смотрите. Так. Вот. Вот я поймала цвет. Нет. Вот. Вот, девочки, вот сейчас. Вот сейчас вот эта вот часть. Вот такой цвет. Ну, скажите, разве это не красивый цвет? Это просто обалденный цвет. Шикарный. Вот. Смотрите, какая красота. Это просто красота. Толстенькая. Но я с нее еще не придумала. Девочки, напишите, что можно связать. 140 метров. Да. Даже не знаю, вот что. Может быть, такую, знаете, безрукавку связать, вот длинную до колен. Вот типа как моя зеленая. Вот я вязала себе безрукавку длинненькую. Вот, кстати, можно, да? Она толстенькая. Осенью накинул и пошел. Как вы думаете, девочки, пишите. Напишите мне, посоветуйте, чтобы вы связали вот с нее. Цвет шикарный, просто шикарный. Я вообще обожаю вот такие красивые. Он вот, знаете, я не люблю мрачные цвета, вот не люблю. Но тут вот, хотя он, ну как бы он шоколадный, по-моему, цвет. Я не помню, по-моему, шоколадный писался. Ну, как светлый шоколад вот такой. Но мимо этого цвета просто я не устояла. Он красивый, он действительно очень красивый. Я буду ждать ваших пожеланий, ваших советов, вот что с нее можно связать. Толстенькая, конечно, пряжа. Может быть, кто-то уже вязал что-то. И какой здесь бы рисунок подошел. Хотя вот здесь вот, видите, здесь даже вот косы или что там. Ну да, косы. Вот. И лицевая гладь вон тоже идет. Ну, в общем, вот надо подумать хорошенько. Ну и последняя на сегодня у меня пряжа. Сейчас посмотрим. Последняя упаковочка осталась. Ну и вот, девчата, еще вот такая вот у меня есть пряжа. Ализе Экстра. Вот тут вот я не прочитаю, лифе или что это. Смотрите сами. Вот такая. Я читаю, это лиф. И буква Е что-то означает. Здесь 100 грамм, девочки. 480 метров. Она, девчата, я сразу даже и не заметила, что она идет, вот смотрите, в две ниточки. Сразу она идет в две нитки. Метраж замечательный. 480 метров. Колор 925. И что у нас здесь? 100% акрил. Очень мягкий, девчата. Очень мягкий. Никаких скрипов. Ничего. Очень в руке приятный, девочки. 3,5-4 у нас спицы и 2-3 крючочек. Ручная стирка и единичка утюжок.
Девочки, эту пряжу я выбирала для девчонок своих. Можно и платьице вязать, девочки. Вполне. Представляете, ее можно разъединять. Она вообще не скрученная. Она вообще не скручена. Вот берите и разъединяйте. И вяжите крючком в одну нить. Вполне можно, девочки. Вот даже вдвоем сел, пораспустил, и у вас получится уже одна ниточка. Но это будет тоненькая ниточка для крючка. А так вот она, вот толщина как бы идет. Хотя это акрил, но я вам скажу, что это хороший акрил. Он не скрипучий, он мягкий, девочки, вот приятный, очень приятный. С Ализе Экстра я вязала для своей дочки белый, ну, такой цвет не кипельно-белый, а как бы молочный. Я вязала плед. Пряжа мне очень понравилась. Вот это для меня новая пряжа. Вот. Вот она в две ниточки. Вот так идет. Будем вязать. Будем вязать. Может быть, платьице, сарафанчики. Все что угодно на девчонок можно навязать. Мне кажется, намного больше вещей, чем на мальчиков. Мальчики, ну что мальчику? Свитерки, полуверчики, шапочки, ну, рубашечки, да, вяжут рубашечки. Все равно для девчат как-то больше развита фантазия, что ли, у меня. Ну, потому что, наверное, у нас нету мальчиков. У нас нашу семью посещают только девочки. Поэтому, девчата, у меня и мысли работают в эту сторону, что можно связать для девчат. Да все, что угодно, девчата, абсолютно. Ну вот, девочки, я вам показала пряжу, которая у меня хранится. В одном комоде еще у меня есть здесь. Что же вы думаете? Я распаковывать только не буду. Вот такая еще у меня есть пряжа. Вот такая красота. Это слонимская пряжа, девочки. Пока не доставала, она запечатанная. Это подарок мне присылала Наташа с Белоруссии. Наташенька, огромное-огромное тебе, моя дорогая. Спасибо. Здесь несколько ниточек. Ой, здесь 70% пан и 30% шерсть. Вот такая этикетка, девчата. Слонимская. Пряжа гребенная. Но я дойду до нее. Цвет мой любимейший. Бирюза. Сделана в Белоруссии. Девчата, многие знают и очень хвалят эту пряжу. Я, конечно, я вот так и не смогла выписать ВКонтакте. Но не умею, девочки, честно скажу. У меня не получилось. Наташа заказала сама и мне прислала. Посылочку мне посылала. У меня на канале есть. Я просто, девчата, вот, ну, не хочу, она, видите, в несколько нитей, не хочу пока ее распаковывать. Здесь 10 моточков, но скоро я до нее доберусь. Я ее хочу попробовать и все же связать. Красота, просто вот красота. Красота из красот. Наташа, тебе огромное-огромное спасибо. Это я свяжу, ну, наверное, себе какую-то кофточку. И она будет как память. Вот как память именно о человеке, который мне ее прислал. Вот понимаете, вот я когда одеваю вот кофточку, я вязала из носочной пряжи. Хотела платье, а получилось у меня только кофточка.
Ниночка мне с Германии присылала. Вы знаете, девчата, я когда ее одеваю, я ее одеваю с большим-большим удовольствием. И с таким теплом я сразу вспоминаю этого человека, который мне это от большого сердца и от большой души присылал в подарок. И она мне присылала две огромнейшие, огромнейшие просто посылки с пряжей. И там не одна только пряжа была, там очень много было всего. И спицы, и вкусняшки, и вот я, вот знаете, даже слов нету, вот благодарности. И вот ту кофту я ее одеваю с такой любовью, с таким вот, ну вот с теплом. Она действительно меня греет. Я думаю, что вот эта кофта, она меня тоже будет греть, Наташ. И будут ассоциации будут вот именно... С твоим добром, с твоим сердечком. Спасибо огромное, спасибо. Ну, на этой ноте, девочки, я это видео буду заканчивать, мои хорошие, потому что уже наговорила и показала вам. Видео длинное получается. Я вам всем-всем, девчата, хочу пожелать, чтобы у вас, у каждой вязальщицы был свой магазинчик того размера, который вы считаете приносит вам счастье ваше, вязальное в рукоделии, счастье и море позитива, положительных эмоций. Пусть у вас будет столько пряжи и такой, которую вам хочется, те спицы и крючочки, которые вы хотите держать в ваших ручках, а ручки у вас золотые, потому что вы вяжете с огромным сердцем, с огромным вдохновением и любовью. Кому мы вяжем, девочки? Для своих семей, для своих деток, для своих внуков. Я вам пожелаю нескончаемого вдохновения, удачи, ровных петелек. И пусть у вас будет в жизни все самое-самое-самое лучшее. Всем огромного здоровья. Девочки, вас всех люблю и обожаю. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Ставьте пальчик вверх, кому понравилось. Пишите комментарии. А с вами была ваша Татьяна. И еще на этой недельке я сниму еще один комодик пряжи. Поэтому ждем, девочки, набираемся терпения и ждем, мои хорошие. Ну, а на этом все. Всем пока-пока. С вами была ваша Татьяна.